Сразу три крупных авиапроисшествия в разных частях планеты. В Микронезии, это архипелаг в Тихом океане, Боинг совершил экстренную посадку на воду, промахнувшись мимо полосы на 150 метров. Приводнился самолет мягко, так что обошлось без тяжелых травм. А вот в Мексике, где самолет попал в зону турбулентности, пассажиров по прилету пришлось срочно госпитализировать. Небольшой аэробус трясло так, что несколько человек просто вылетели из своих кресел и пробили головой потолочные панели. Но еще один инцидент произошел в США. Самолет нормально приземлился, а затем съехал с полосы и развалился надвое. Почему это произошло, никто пока сказать не может. Оба пилота погибли, пассажиры находятся в больнице.